Пасхе готовы уже и в женской колонии. С 6 утра там все на ногах. В местах лишения свободы женщины усердно пекут угощения и ждут Святого Воскресения. Здесь за один день испекут 375 куличей и покрасят столько же яиц. Утром я проснулась, начала делать замес. Сбила 300 яичек в Пасху. Додала туда сметаны, молоко, сливочное масло, изюм. Сделала замес, потом начала делать раскид. Сделала раскид и достала уже свежие пасхи. Всадила в печке, достала свежие пасхи. Готовый кулич должен весить около 800 граммов. Для этого каждую порцию взвешивают, а уже потом отправляют в печь. Освещение куличей и крашенок в местной часовне начнется уже сегодня, после обеда. Завтра будут на обеде раздавать всем осужденным по Пасхе, по яичку. Также будут яблоки и праздничное меню.